Всем привет! Поздравляю с наступившим 2013 годом! Январь – самое время, чтобы спокойно и без спешки вспомнить все то хорошее, что принес предыдущий год владельцам Xbox 360. Ретроспективу лучше всего начать с мультиплатформы, то есть с игр, которые вышли сразу везде. Как они себя чувствовали на Xbox 360, а главное, что при этом чувствовали владельцы консоли от Microsoft. Давайте я напомню. Мы недаром начинаем разговор именно с Max Payne 3. Больше всех отдали ему должное именно владельцы консоли Microsoft, приобретя копий в существенно больше, чем на остальных платформах. Компания Rockstar вернула нам потрепанного Макса Пейна в целости и сохранности. Но унылые пенсионерские разговоры об утраченном нуаре, духе и атмосфере не следует обращать никакого внимания. Max Payne 3 великолепен. И как игра, где Rockstar бережно сохранили механику боевика 2000-х, немного осовременив, и как великолепная история, достойная экранизации. Хотя зачем? Игра и так выглядит лучше всех голливудских экшенов последних лет. Еще один мультиплатформенный шутер, который заслуживает места в вашей коллекции. Это, безусловно, Far Cry 3. Игра точно побеждает в номинации «Лучшая графика на консолях 2012 года». Ваш Xbox 360 будет работать на пределе, чтобы передать всю красоту экзотических островов, где разворачиваются главные события Far Cry 3. Самый красивый и знойный летний экшен для вашей платформы уже этой зимой. Каждый год, говоря об Xbox 360, нельзя не подразумевать Call of Duty. Вот и этот год не стал исключением. Call of Duty Black Ops 2 снова побила все рекорды по продажам на платформе Xbox, а количество человек, сидящих в данный момент на серверах Microsoft, превышают количество играющих в Dota 2. Call of Duty и Xbox 360 уже давно идут рука об руку, и мы не видим причин прерывать эту хорошую традицию. Шутер года для Xbox 360. Мы не будем здесь сильно разоряться по поводу Mass Effect 3. По мнению Канобу, это главная игра 2012 года, а уж для владельцев Xbox и вовсе обязательная вещь со времен первой части, которая, стоит напомнить, была эксклюзивом именно для Xbox. И только мы, владельцы этой консоли, бережно храним сейвы аж с 2007 года. Главная и отличительная черта современного Xbox — это онлайновый сервис Xbox Live и сетевой магазин Xbox Live Arcade. Именно здесь кроется та самая эксклюзивность, которая помогла консоли от Microsoft показать себя с лучшей стороны в 2012 году. В первую очередь мы отдаем должное игре FES от независимого разработчика Polytron. Игра до сих пор распространяется только через XBLA и представляет собой настоящий предмет искусства. Никакой патетики и затянутых диалогов, никаких срежиссированных сцен и однообразных заданий. Только чистый, незамутненный игровой процесс. Вы и игра. Между вами ничего и никого нет. Игра в первозданном понимании этого слова. Лучшее творение в XBLA в 2012 году, которое можно купить за деньги. В качестве факультатива стоит упомянуть Mark of the Ninja, создатели которой продемонстрировали новый взгляд на жанр стелса. Шутка ли? Они уместили его в двухмерный платформер. Игра вышла позже на Steam, но своим появлением она обязана именно XBLA, и создавалась она в первую очередь именно для него. Ведь издателем игры выступила сама компания Microsoft. Также заметным событием 2012 года в тусовке Xbox-владельцев стал выход игры Minecraft. Хорошие продажи и отличные отзывы продемонстрировали всему миру, что аудитория консолей устала от мыльного кинца и требует креативных решений. 2012 год был урожайным и в плане крупных эксклюзивов. Их было сразу несколько, да еще каких.
В 2012 году все пользователи Kinect наконец-то получили игру, окупившую покупку дорогого контроллера. Игра просто создана для вечеринок и сможет растанцевать любого стеснительного толстого подростка. А уж как реагирует на Dance Central 3 прекрасная половина человечества, можно снимать на камеру. Лучшая танцевальная игра года. Нельзя не отметить и Forza Horizon. Асимметричный ответ Microsoft знаменитому Gran Turismo от Sony. Не просто копирование находок и попытка сделать то же самое, только у себя. Forza Horizon — самостоятельная, оригинальная гоночная игра с ярко выраженной собственной стилистикой. Forza Horizon нельзя перепутать ни с чем. В ней нет подростковой суетливости, как в последней NFS Most Wanted 2, или зацикленности на технических характеристиках, как в том же Gran Turismo, а есть ощущение размеренности и статуса, которые и должны возникать при управлении дорогим автомобилем. Бескрайние американские сельские пейзажи добавляют умиротворение к происходящему. Главная гоночная игра для всех владельцев Xbox 360. Настало время объявить лучшую игру для Xbox 360 в 2012 году, которая стала фактически символом этого года для всех владельцев консоли Microsoft. Как многие уже догадались, речь идет, конечно, о Halo 4. Причем не все так однозначно. Если бы в этом году вышла, скажем, предыдущая Halo Reach, то мы со спокойной душой сделали бы игрой года Call of Duty или Far Cry. Но именно Halo 4 растопила холодные и равнодушные к этой серии русские сердца и заставила себя полюбить. Halo 4 должна быть у каждого владельца Xbox 360 в качестве символа мощи и процветания любимой платформы. We'll be right back.